Ну что, дорогие друзья, по многочисленным просьбам мне придется вновь заняться темными делишками, потому что с этого момента я вновь становлюсь воришкой. Даже некая рифма получилась. Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и это Thief. Ну, так читается, я тут ни при чем, не то что я там как-то свой английский уровень демонстрирую. Thief Simulator 2, друзья, симулятор вора, вторая как бы часть уже этой игры. В первую мы тоже играли в 2021 году, а вторая, говорят, интереснее, и с каждым разом, действительно, с каждой серией эта игра раскрывается новыми возможностями. И вы мне даже не, в неком плане заспойлерили в комментариях, потому что если вот так вот открыть комментарии, во-первых, спасибо за подсказки, мы сегодня многое проверим, многие, так скажем, факты я намотал на ус, чтобы не ошибаться и действовать аккуратненько. Ну, прежде всего, мне нужно просто хотя бы парковаться на этих самых, ну, нормальную машину оставлять, чтобы не вызывать подозрения. А также, по многочисленным просьбам, я перенес вебку направо, чтобы вы видели карту. Справа не такая важная информация. И что-то хотел сказать важное, но уже забыл. Неважно. В общем, что-то хотел сказать, ну, в общем, уже, видимо, как обычно, у меня вылетело из головы. Итак, попробовать взломать... Подожди, так мы же это делали. Подожди, мы же это уже делали, он что, не сохранил, что ли, получается, да? Он не сохранил это, ну ладно, хорошо, так, подожди, это вот эта же штука нам нужна. Вот эта штука, мы научились с ней разбираться. Ну, слушай, надо, смотри, быстро нужно реагировать безошибочно, иначе можно что-нибудь досломать. Поэтому вот так, сейчас, оп, все, отлично, взломано. Итак, значит, если вернуться все-таки к те... Ну ладно, давай послушаем, что он нам там говорит-то получается. Купи всю информацию о 116-м через Rob Steeps. Это полицейский участок. А, точно, нас же сегодня ждет вообще мясо конкретное. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ну это уже, кстати, это уже какая-то нездоровая тема, потому что если нам звонит неизвестный и говорит, надо ограбить полицейский участок, уж извините, я не знаю, кто должен быть этот псих, кто возьмется за такую грязную работенку. Итак. Видимо, это я. 116-й. Местный полицейский. Ну, действительно, ничего такого, да, как бы. Ну, давай скупать информацию. Все-таки такое дело. Я думаю, что здесь действительно лучше купить все. Помечено 3 камеры. Панель управления камеры находится в конференц-зале. 2 полицейских, 2 охранника, все вооружены. Вообще, вот просто... Ну, то есть, как бы... Я даже не хочу комментировать. Это просто какой-то бред. Ключ от выходной двери находится в конференц-зале. А дальше. 3 выходные двери, нужен ключ. Распорядок, так, изучили мы, значит, что там, жильцы полицейские. В комнате начальника есть хороший SSD. И iMac находится в кабинете на втором этаже. Значит, что касаемо подсказок в комментариях, также я понял, что если нужен опыт, можно там его в неком плане фармить. А еще сейчас у меня кошка есть, оказывается, что? Мою знакомую воровку поймали, так что она сидит в тюрьме. Ты попадешь туда, выберешься, вытащишь ее, и вы вместе сбежите. Если справишься, я сделаю все, чтобы тебе помочь, обещаю. Так что сделай что-нибудь идиотское и попадись. Охренительное задание, ты представляешь? Мне чел какой-то звонит на телефон и говорит: приедь в полицейский... Нет, перед этим ограбь весь район, потом приедь в полицейский участок, сделай что-нибудь идиотское, и пусть тебя засадят, как бы, ну, нормально. А то, что у меня там есть информация о том, что есть ценные вещи, то есть уже вообще совершенно все равно, да? Я так понимаю, ничего я оттуда не увезу. Так, давайте в автосервис перекрасим тачку, потому что в прошлой серии я немножечко нахулиганил, и теперь этот белый пикап знают просто все в округе, поэтому я бы хотел немножечко заняться перекрашиванием автомобиля, дабы меня не полили так... Hello, автозапчасти, машины, подожди, где краска? Я забыл. Где... Нет, подожди, goodbye не надо, дай мне лучше добыча. Нет, добыча пусть пока будет. Подожди, я забыл, а где перекрасить? Прикинь, мне... Стоп. А, точно. У меня вообще вылетело все из головы. Мы просто один раз уже красили машин. Я реально забыл, прикинь. А, вот ты лежишь тут. Блин, просто его не видно так уж сразу. Давай, ну давай, давай черный пикап, чтобы, ну, максимально замаскироваться. Поэтому, так, я забыл. А, вот. А, ну, просто назад, как бы, ничего не нужно подтверждать, все, goodbye, mate, или как вы там, прощаетесь, здороваетесь, все, я уезжаю, теперь меня никто не знает, правда, это совершенно не важно, потому что я еду прямо в лапы копам, просто вообще, день начинается прекрасным. Значит, а что еще интересного в комментариях
Ну, то, что, как бы, да, воровство от Сани — это отдельный вид искусства, это факт. Тут, как бы, ничего не это самое, не скажешь другого. А вот, код. Вот этот код, который я нашел как раз-таки в предыдущей серии, не понял, что это такое. Подожди, он у меня же остался, заметки. Подожди, он где-то... Подожди, он не в предметах? Где-то у нас, помните, ключ... Он же как... Ну, понятно, что я могу условно найти, там, просто посмотреть предыдущую серию, этот код достать заново. Но подожди, он же, по-моему, насколько я помню... Слушай. Добыча. Подожди. Я, во-первых, 104-й, по-моему, это был дом. Нет, он здесь не отмечает. Пацаны, короче, а как мне найти теперь этот код? Ну, помимо того, что я могу посмотреть предыдущую серию, у меня эта записка какая-то осталась, потому что, оказывается, это код от этого... почтовые этой штуки, которые разбросаны по городам, ой, по городам, по улицам, и можно подъехать и забрать чужую посылку, я так понимаю. То есть, я, если бы вы не написали про это, я бы даже не додумался. Так, это вот это вот, да? Подожди, какой, нет, какой 106, подожди, какой полицейский участок 106, нет, не 106, подожди, попался и оказаться в тюрьме. Это, конечно, здорово, но я забыл просто... Так, у меня небольшие проблемы, друзья, подожди, я забыл просто... Я только что... Бля, какой я... А чё у меня с памятью, пацаны? Это ненормально. Мы можем здесь, наверное, посмотреть. Дом. 116-й. Вот, 116-й. Всё, спасибо энциклопедии за то, что мне не пришлось сейчас это самое. 116-й у нас находится. Так, 115... И 116-й, подожди, я вижу 115-й, 106-й. Нумерование весьма странное в этом штате, в этом городке, я не знаю, подожди, 116, вы видите 116, 114, нумерование заканчивается, там 101, 100, это все понятно, где 116, я не вижу, 107, 115, хорошо, а 116 это типа вот, так, блядь, я что-то не пойму реально сейчас, я, конечно, может быть, своеобразный парень, но не настолько, чтобы, бля, я только что объехал. Я сейчас не прикалываюсь, если кто-то думает, что я шучу, подожди, 115-й здесь, окей. 105-й. Ребят. Так, подожди, ну у нас же один район, вот этот Мэдисон. Ну да. Бля, Сань, проснись, подожди. 114 я вижу, 113, 112, 111, 110. Все это без проблем, я совершенно вижу. А-а-а, подожди. Может быть, его реально, он типа за пределами карты именно по... Подожди, стопэ. Он хочет сказать, что условно я сейчас должен просто вот так вот, да, сделать так, чтобы меня сейчас вот-вот-вот-вот просто устроить дебош. О! Мужик, вызывай полицию! Вызывай! Хочу сдаться, бля! Я псих, нахуй! Быстро полицию сюда! Полиция, забирайте меня! Вот я вообще пьяный, бля! Я приехал за рулем пьяный, ворвался к мужику домой. Давай, мусор, держи мои руки, бля! Давай! Давай, нахуй! Давай, что ты своим фонарик? Давай! Так, попасть в тюрьму. Вот оно что, она, оказывается, тюрьма, отдельная локация. Но об этом не было сказано. Ладно, хорошо, ну хотя бы нам подсказали, что нужно попасться. Итак, друзья, бля, ну как бы хер знает, хорошая ли эта идея. Значит, панель управления, два полицейских, два охранника вооружены. Ну, так себе замочек, судя по всему. Прикиньте, я бы не изучил... Так. Сейчас. Ага, я пока... Оп. Ага. А если бы я не изучил просто какие-то навыки или еще что-то, вот просто... Я вот не знаю, на самом деле, ребят, сейчас вот как бы... Как бы есть у меня много вопросов. Коптер я вряд ли, да, здесь запущу. Так, давайте мы быстренько взломаем вот эту дверку, чтобы ее освободить. Так, ну начался экшен, давайте так. О май гуднес, давай скорее выходи, подруга. Мы с тобой воры, нереальные воры. Так, подожди. Ага, значит, теперь нам нужно попутно как-то в комнате начальника забрать SSD. Я просто на всякий случай проверил, знаете ли, может быть такое, что дрон здесь запустится, кто знает, но... Тихо. Так, подожди. Значит, сейчас, я переживаю, ребят, все-таки сейчас хочется сделать все красиво.
Ну... Окей. Допустим. К столу подходить, я думаю, плохая идея. Так, то, что на втором этаже есть полицейские, тоже мне не очень нравится. Так, у нас есть лифт. А, так, у нас получается, подожди, на третьем. А как мы можем его отвлечь? У меня... Ты прикинь, я сейчас... Ну, то есть, чел сбегает из тюрьмы. У нас проблема. I'll slam your head in. Я просто представил в тюряке, блядь. Чувак с подружкой по лестнице карабкается, идет мужик такой, типа, что за хуйня вообще сейчас произошла? Так, стоп, ладно, хорошо, я поспешил. Я думал, знаете, иногда во мне просыпается такая мысль, что можно вытащить на везении. Но на везении, на самом деле, не всегда получается вытаскивать. Слушай, а может ее сначала вообще не брать с собой? Она же только мешает. Мы можем пока заняться своими грязными делишками. Можем, в принципе... А, нет, если, наверное, я открою, она за мной пойдет. Поэтому давайте сейчас... Так, а нас давай сразу изучим, что у нас здесь. У нас здесь еще проход на второй этаж. О, вентилятор, блядь. Лишний мне монитор. Так, тихо. Блядь, ограбление полицейского участка. Это какой-то уже реально ебанутый уровень просто. Это просто ебанутый уровень. Я, конечно, хочу забрать это. А, Клаву тоже можно. Ебаный рюкзак. Не подумал, друзья, не подумал, чтобы его расчистить перед тем, как в тюрьму попасть и... Не, вообще, на самом деле, меня прежде всего интересует вот этот молодой человек, потому что, так, подожди, во сколько? Ага, час, потом он пойдет. Так, давай сразу, аккуратненько. Нам нужна самая главная добыча, это... Ёбаный рюкзак, блядь, а как мне, подожди, как мне очистить? Сука, кастрюля вонючая, блядь, и вот это все, это вроде как нужно. Почему я переложил это все? Какой же я дурак, блядь. Так, ключ от задних ворот. Я просто не знаю, ключи я пока не рискну. А как выкинуть? Бросить. Не, надеюсь, это было не громко. Не знаю, на самом деле просто стоимость... Мы так не... А, стоимость оценим, почему? Бля, ну на Black Bay то, что требуется, мне кажется, точно. Блядь, у меня... Ёбаный я дурак, прикинь, я не скинул просто все. Какой я идиот. Давай кастрюлю, ладно, кастрюлю мы... Найти кастрюлю не проблема, как и найти, наверное, тостер. Ну, блин, ну просто все это надо было дома оставить. Я же забыл, что сохранение у меня не сработало. Ребят, вот моя просто это... Идиот. Одним словом, просто дурачок. Так, ладно. Подожди. Время сколько? Время не пишет. Время пишет, час 43. Похуй. Чего? Ты как увидел-то меня? А как он? Я думал, темно, все, бля, я что, прокрался и что-то отсыпать? Че, прикалываешься, что ли? Хуя он глазастый, то есть мне еще нужно знать, пока он отвернется? Ладно. Ребят, знаете, иногда кажется, что реально везение в этой... Блядь, не то нажал. Иногда кажется, что везение может зарешать, но иногда я слишком в себя верю, и, как вы видите, это заканчивается не очень хорошо. Поэтому все, максимально, давайте. Значит, во-первых, у нас есть реальный шанс... Вот эту хуйню не берем. Бля, а что там еще? SSD главное забрать и iMac, потому что это, я думаю, что стоит бабла, конечно, в любом случае. Так, просто сразу по максимуму бежим. Так, а тот чел, который... Ух, ебаный в рот. Тихо. Так, вот это забираем сразу же. iMac. Больше здесь нам ничего не нужно. Блять, ебучий случай. Точно, я же не выкинул кастрюлю. Так, и наушники. По-моему, тогда умещается, да? Так. Ебучий. Тихо. Так, это мы сделали. Так, это, я так понимаю, второй этаж? В 3 часа. Бля, как это все? То, что я шумлю, похуй? Похуй. Так, это мы сделали. Тихо, лучше здесь надо не шуметь. Теперь надо ее просто вытаскивать и валить нахер. Так, а у нас на нее режим планирования, подожди. Давай так, по-аккуратному смотрим. Она пойдет куда? Хуй знает куда. Так, все, давай эту выпускать. Нет, такая музыка сейчас просто началась, я думал, что-то меня спалили. Так. Нас же, в принципе, больше не... То, что ключ, блядь, находится в этом самом, я похуй, да, как бы то, что не взял его. Так, ключ находится от входной двери. Тихо, не ори.
Бля! Ты хули сюда пришел? Ты чё, приколист? А нахуя ты сюда пришел? Он еще приходит про... Подожди, так а если он придет проверять меня? Ты чё, серьезно? Так он же залупнется, что... Ребята, это пиздец. Это откров... Так, подождите, давайте я попробую такую тактику. Тактика, смелый, воришка. Блять, да выкинь, блять, я забыл опять. Ебучий, блять, выкинь. Блять, не то взял. Наушники, нахуй тоже. Вентилятор, похуй тоже. Все, так вот, берем мак. Бежим обратно на второй этаж. Так, там она, он. Так, а он куда сейчас пойдет? Понял. Он каждый раз по-разному, что ли? Он наверх, да, сейчас пойдет уже, получается. Вроде как да, но не вниз точно. Блять, в 2 часа он должен прийти сюда. В 2 часа он должен прийти сюда. То есть у меня времени просто в обрез. Я не знаю, подожди, а как я... Ключ только на конференц... Я ебу, где конференц-зал? У начальника 3 выходные нужен ключ. Где ключ-то взять? Подожди, какой конференц... Тут, блять, карты нету? Подожди. Понял. Это я не умею делать. О! Тихо-тихо-тихо, ничего страшного, послышалось, это напарник ходит. Это напарник ходит, послышалось. Блять. Спешил. Oh my goodness. Так, кто должен в 2 прийти? Сюда должен прийти, пойдем сюда, быстрей. Через эту сторону будем съебывать, быстрее, у нас есть время. Бля, ебать, он сейчас пойдет сюда уже. Вроде через ту же сторону, да? Так, ключ у нас, какой-то ключ мы нашли от выходной двери. Так, а вопрос только где это... Быстрее, камера ёбаная! Сюда быстрей. Ебать, меня услышали! Меня услышали! Пожалуйста! Блядь, спрячься сюда! Пожалуйста! Так, нам повезло. Так, он пока стоит здесь, но в 3 часа он пойдет на второй этаж. Давайте дождемся, пока он уйдет. Все, сидим, давай поговорим о жизни, как ты тут отсидел, как кормили, блядь. Расскажи какую-нибудь историю, блядь, не знаю, просто вот... Вообще не рыпайся, нам нужно сейчас сделать так, чтобы он ушел. Так, 3 выходные двери, нужен ключ. Панель управления камерой находится, но мы не умеем ее взламывать. То есть получается, все, мы ключ нашли, нам нужно выходную дверь найти, просто не попавшись. То есть мы стырили SSD-шник, мы стырили iMac. И в принципе сейчас просто ждем, вот он должен в 3 часа пойти. И все, после этого, я думаю, будет проще. Так, я так понимаю, выход. Так. Нужно понять, какой просто ближе, да, нам будет. Вот там. Как повезло, что он не увидит. Я просто реально, понимаете, то есть нужно и тихо действовать. Так, теперь вопрос. А почему там что-то красным горит? Кстати, у меня вопрос. Я только сейчас понял, а какого хера, простите меня за мой французский? Быстрей, 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 быстрей. Почему они дошли до камеры и типа им пофиг то, что... Пацаны, я это сделал. Почему они дошли до тюрьмы и типа... то, что нас там нет, пофиг вообще, тревогу не забили. Ты просто подарок судьбы. Нет, правда, в качестве благодарности она будет ходить на кражи вместе с тобой, если ты позвонишь. А помочь она может всегда. Ну что, осталось немного поколдовать. И для этого мне понадобится чемоданчик из 108-го. В нем хранится инфа о конкурентах Ломбарди. И если мы отошлем ее боссу Ломбарди, он может передумать... Ага, да, что там? Он может решить, что ты полезный парень. Вот это будет поворот, правда? Достань мне чемодан, и причем срочно. Мы теперь можем брать помощника, чтобы пригласить сообщницу, достань телефон, нажмите нужную кнопку, вскоре она появится, вы можете попросить его выполнить определенные действия. 100 баксов! Блин, как путану заказать? Слушай, подожди, так не, ну в целом это может помочь в какой-то момент. Так, пожалуйста, можно я... Бля, мне нужен... Сейчас, подожди, давай знаешь, как сделаем? Вот, допустим, я сейчас вот это кладу все сюда. Сейчас, сек, чтобы не запутаться. Я хочу сейчас просто слить все на этом. Я не понимаю, как это делать более... Что? Он не хочет Почему он не хочет перетаскивать? А-а-а! Это по сути.
Все, я только сейчас понял. Я это не могу взять. Бля. То есть я должен только... Оно, по сути, место-то не занимает. У нас только вещи занимают место, вот это вот все. Так, хорошо, давай попробуем посмотреть, что у нас вообще продается, потому что бабосики-то нам в любом случае нужны. Нам нужно как-то это все слить. Так, ага. Ага. Хорошо. Один комплект собрали. Так, электроника. Понял. Ценности тоже тут пока нет. Другое. Подозрительный чемодан. Так, хорошо, подожди. Если мы сейчас слили уже один пакет. Один пакет мы слили. Мы, допустим, берем вот так. Вот сейчас смотрим, получится ли у нас что-то слить. Так, 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 так. Кухня. Бля, сложно, да? Вот пока непонятно, как это вовремя просто брать все. Набор VR, дешевое радио. Блин, неужели у меня нет комплекта никакого? Ну это просто пиздец, это обидно. Это реально обидно, пацаны. Так, подожди, ну-ка, кухня. Нет ли у меня, допустим... Тостер, подожди, я уже слил в другом, что ли? Тостер-чайник. Что у нас там лежит вообще осталось? У нас осталось дешевый блендер и сковорода. Дешевый блендер и сковорода, по-моему, это у нас никуда пока, да, не подходит. Это в любом случае кухонные штуки. Дешевый блендер. Дешевый блендер. Тостера нет, блядь. Ну ладно, тогда можно пока эти вещи реально сложить, которые, опять же, продаются через... Эту штуку с зеленым конвертиком мы все это кладем сюда. Так, iMac тоже, я думаю, что потом мы если в чем-то... Ну-ка, подожди, давай посмотрим, вот что для iMac, например, нужно, чтобы комплектик мы слить. Сколько денег за это платит? Я думаю, нормально должен заплатить. Ну-ка, электроника. Слушай, а по-моему, недостающий... Он все равно показывает, да, то, что у нас есть? Ну-ка, подожди, iMac. А что-то iMac-то нет тут. Может, он в ценностях? Нет. А, да, он все... Ух, 4000 баксов, клавиатуру и мышку, если соберем, 4000 баксов и 10 XP получим. Кстати, 10 XP что-то маловато, учитывая, что здесь можно по 150 лутать. Все, лишнее говно я все убрал. Чемодан из 108-го, говорит. У нас какая есть информация вообще по 108-му? 108-й это у нас, ну, бля, такое. Наверное, я бы купил информацию. У машины есть оружие. Окно наверху открыто. Ключ от подвала на втором этаже. Блин, на самом деле добычу я бы тоже купил тогда. Мужчина не дома с 4... Ебать, час времени! Ну, с 4 до 5 типа можно ворваться, да? Угу, у него всякий антиквариат еще есть. Но мы можем, в принципе, даже если что, допустим, сейчас украсть чемодан, и что мы успеем, мы заберем. Так, ну, короче, к 4... К 3, короче, до 3 можно поспать. У мужчины есть оружие, подсказка. Ну, такое, блядь, если честно. Так, все, короче, отправляемся. 108 дом тогда, да? 4 до 5 получается, то есть нам где-то надо сейчас поспать до, блядь, 4, если я до 4 посплю, пока там дойду, пока то все, уже как бы время будет потеряно, уже как-то не очень получается будет. Тра-та-та-та-та-та-та, так, надо подумать, ну до 3, да, до 3, потом как бы подъехать, осмотреться, пока как раз там часик пройдет, а куда в 4 утра-то съебывают? Ночной житель, что ли? Бля, время-то, а он сможет сутки поспать? Или сколько там еще было, подожди, мы можем же смотреть всю эту информацию, 108-й? Если не с 4 до 5, то с 20 до 21. С 20 до 20, то есть мы можем до 20 поспать. Ну, до 19. До 19 спим, 20 он уходит, получается. Так, 108 у нас находится... И, блядь, какая же карта? Где 100... Во! А, нихрена себе, так он там, блядь, такой элитный пацан. Он где-то там один живет. Значит, давай мы ставим тачку на парковку, все, чтобы не вызывать никаких подозрений. Правда, не в таком, наверное... Не в таком... так, тихо, 20... 19, все, сон. Припарковался, конечно, как полный чудак на букву М, но ничего страшного, ничего страшного. Это самое, это моя парковка, все нормально. Вернуться, все, поспали, и теперь мы аккуратненько идем к его дому. Так, а у нас то, что в ломбарде мы можем слить, кстати, ну там... Подожди-ка. Это все хуйня, это все нужно. То есть у нас, в принципе, все там через Black Bay практически продается. Так... Так, а если мы сейчас знаешь, что сделаем? Подожди, вообще у него в целом... У нас информация по камерам какая-то есть? Просто не хочется, чтобы потом... У него камер нет, что ли? У мужчины есть оружие, окно наверху открыто, но это все хуйня. А у него камер нету на таком доме? Он что, псих, что ли? Не, ну ладно, как бы окей. Ну, как бы, как хочет, конечно, но... Его проблема. Так, что-то я не то открыл, подожди, вот так вот сейчас закрыли. Все, у нас есть добыча. Ну, сейчас что-то заберем в любом случае. У нас, в принципе, рюкзак полупустой. Кстати, а рюкзак-то где-то же тоже продается. Надо проще какой-то рюкзак нормальный купить. Так, во сколько он там уходит? Ну-ка, скрою карту. Типа он сейчас должен уйти уже.
8. Так, а здесь какой замок? Я чисто так пока посмотрю. А, ну это хуйня. Так, все, вот сейчас мы должны дождаться, пока... Все, вот он пошел. Планирование. 20... Да, все верно. Все, он выходит. Давай сейчас, ну, в сторонку встанем. Я просто как бы... Я просто тут гуляю, что не имею права, что ли. Сейчас он по съебам... Мы как залетаем? У нас только час, ребята. У нас только час, но, в принципе, есть намек, что мы можем... Мы можем успеть через окно, наверное, свалить. Так. Блять. Главное, отмычку не сломать. Бля, вот это я воришка, да? Вот это я воришка, пацаны. Все, залетаем. Блять. Давай. Хорош. Так. А, давай сначала сразу за чемоданом. Чемодан. Забираем. Теперь ценность. Что тут? Ключ от подвала. Нихуя себе. У него подвал есть. Так, подожди, давай сразу вот это забирай. Блять, ебучий телевизор. Ты что, серьезно? Ха! Потом подберем. Так, сколько время? Блять, он сейчас придет уже! Ёбаный в рот, блять! А где подвал-то у него, нахуй? Блять, куда он запрятал? Я не понимаю. Что тут? Он пришел уже? Я не понял, почему он не пришел, ребят. Вы видели, что там была... Бля, телек! Сука, как его подобрать-то? Так, подожди. Мы его сразу сливаем. Сразу мы его сливаем. Подожди, или он нужен был? Бля, его нужно, наверное, было, да? Подожди, старый телевизор нам точно по-любому. Давай мы его домой лучше отправим. Подожди. Фигня. Его лучше домой. Да. Блять, промахнулся. Сейчас, секунду. Все, отлично. Есть! Так, украсть чемодан. Все, мы домой. Мы все сделали. Ух! Какие статуэтки я напиздил, там хер знает, насколько они там ценны. Я не понял только прикол, время уже 10, а он как бы не явился домой. Мы же можем отсюда, да, просто уехать, наверное, да. Ай, бля, такое, ребята, на тоненького. Потому что я говорю, если верить тому, ну, той подсказке, он часто отсутствует дома, мы затянули. Я думал, все, меня сейчас он там где-то поймает на выходе, но я быстро съебался, хотя непонятно немножко, непонятно. Так, телек, мы же можем его, получается, взять. Соответственно, мы его можем... Так, а куда нам класть вообще вещи, которые... Подожди, старый... Или это все-таки так только продается? Ну-ка, стоп. Давай посмотрим. Через Black Bay. Электроника, старый телевизор, например, есть? Или это все-таки большие вещи и большие вещи... Уж, походу, зря его не продал. Его надо было продавать только... Его нельзя продать, да? Ценности, подожди, здесь нету. Старый телевизор, клавиатура... Не, видишь, то, что он несет как предмет, это только в ломбарде продается. Я зря его притащил сюда, его нельзя через Black Bay, походу, продавать. Ладно, отвезем потом. Подожди, а это что такое? Что это такое вообще? А, да ладно, подожди, а это чем отличается? Это невыгодно сейчас было, да? Я еще дешевле продал, чем мог продать в ломбарде. Это типа какой-то быстрый слив или как это называется? Так, подожди, ладно, давай все, выполним то, что нас просили. У нас, кстати, там появилось еще... Ой, не то. Появилось еще... Так, ну как на кухне мы там ничего не забрали. Какую-то статуэтку забрали. Я вот не знаю, она, конечно, может быть, потом как-нибудь зарешает. Другое... О, самодельное оружие. Ебать! Вот оно, 500 баксов! На нахуй! Так, это отсылаем и вот то, что нам по заданию. Все, мы сделали это. Выполнить 7 миссий, чего? Кажется, твои шансы на выживание только что возросли на 20%. Разумеется, когда обворовываешь преступную организацию, их у тебя сильно много. Но твой случай... А, не сильно много, может стать исключением.
А пока оттачивай мастерство на задание. Кто знает, что ждет тебя дальше. Будем ждать и хода. Ну и сидеть на месте нельзя. Вот, и нам дают возможность просто пока размяться и выполнить 7 заданий с Hell Neighbor. То есть еще 3 получается, да? А что такое, кстати? Доступны налеты. Зубные? Зубной налет. Так, ладно, здесь электроника. Электронику пока мы что-то не научились взламывать. Слушайте, ну да, каждый раз что-то новенькое происходит. Это реально прикольно. Это реально прикольно. Так, я забыл, игру можно же сохранить. Вот так вот. Все, отлично, что прям в этом месте мы закончили. Друзья, кто ждет продолжения, газоните лайком. Сегодня мы выполнили 2 сюжетных задания. Непростых, но, судя по всему, дальше будет только сложнее. Друзья, оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.